Примтеплоэнерго проводятся мероприятия по оптимизации производственных процессов и численности сотрудников. Высвобождение персонала во многом связано с модернизацией предприятия, переходом на новые автоматизированные котельные. Данная модульная котельная не требует персонала постоянного присутствия. Они автоматизированные. Я могу вот с телефона зайти, посмотреть работу котельной. У ответственных лиц есть доступ к этой программе через телефонное приложение, которое могут в реальном времени отслеживать, мало того, что отслеживать, еще и менять параметры и работу котельной в целом. Высвобождение штата происходит на объектах, где устанавливаются автоматизированные пожарно-охранные сигнализации и современные системы видеонаблюдения. В настоящий момент в филиалах высвобождены ставки порядка 60 сторожей. В Приморье уже установлены 60 АМК, в ближайшее время появится еще 25. Такая модернизация неизбежно ведет к изменению штатного расписания предприятия. Если раньше на аналогичных котельных работало от 8 человек, ну, самых минимальных 6, сейчас максимум, то есть до 2 человек операторов, которые в режиме работы, то есть следят за котельным, один приходит, смотрит, другой, скажем, дистанционно вместе с аварийной бригадой контролирует режимы, которые он выдает оперативно на соответствующий носитель. По тем, кто высвобождается, то есть у нас соблюдаются и будут соблюдаться все социальные гарантии, которые предусмотрены законодательством. Ну, кроме того, что у нас идет, есть общая политика и, значит, и практика, что мы стараемся по тем сложным специальностям, которые у нас есть дефицит, как это, и предлагать людям, то есть вот, при освобождении, что рассматривать возможность, с учетом их желания, нашей возможности, так сказать, перепроходить дополнительное обучение и трудоустраиваться заново на те вакансии, которые у предприятия по-прежнему еще есть. На тех котельных, которые не обслуживают абонента в летний сезон, персонал переводится на сезонный режим работы. Эти же специалисты в большинстве случаев в межотопительный период будут задействованы на ремонтных работах по подготовке котельных и оборудования к отопительному сезону. Таких сотрудников свыше 170 человек. До 1 марта у нас еще 2 месяца. Я думаю, еще часть людей из тех, вот, как я вам назвал, количество вакансий, я думаю, кто-то перейдет, даст согласие на перевод и будем трудоустраивать на своем предприятии. Сотрудники предприятия, которые не перейдут на вакантные должности, в процессе оптимизации будут обеспечены всеми социальными выплатами и гарантиями по законодательству РФ, а также получат всестороннюю помощь и поддержку при дальнейшем трудоустройстве со стороны Примтеплоэнерго и службы занятости населения. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, новости на Восьмом.